Льотчик-снайпер Валерій Соловйов за роки служби опанував 5 видів вертольотів. Мі-1, Мі-4, К-25, К-27 і К-29. Ну, Мі-1 – це учебний вид училища. Мі-4 – він теж і учебний, і бойовий. Я на ньому політав немного, полтора года. Потім вийшли камовські вертольоти, хороші вертольоти з двома двигателями, газотурбінними. Ці противолодочні вертольоти, спасателі є. Потім їх переділили 240 шнурових зарядів. І далі був дуже серйозний, хороший вертольот Камова, опять К-27. Більш мощний, хороший вертольот. І К-29 – це десантно-штурмовий вертольот. На ньому маса ракет, реактивних снарядів. От, і мог брати на борт з повним снаряженням 16 десантників. Валерій Соловйов має статус учасника бойових дій. Отримав його за службу у Єгипті у 1972 році. Наприкінці 60-х, початку 70-х тривав арабо-ізраїльський конфлікт. І вже не існуюча країна надавала Єгипту військових консультантів. У 72-му році була перша моя бойова служба, старший лейтенант Соловйов. Вот, на вертолет нос в Ленинград, прибыли в Средиземное море. Там идут боевые действия, там периодически шли боевые действия. Нас Египет попросил зайти туда и выполнять задачи противовоздушной обороны. Вот. А американцы знали, что если советские корабли там находятся, то бомбить не стоит, потому что ответ мог быть очень адекватный. Вот мы где-то там определенный период времени находились, выполняли задачи противовоздушной обороны. Кроме того, разведку выполняли кораблей в море, улетая до 200 километров от берегов. В основном нас интересовали авианосцы, ракетные крейсера, а дальше какие попадались корабли. Вот в основном наша была задача. Мы не стреляли вот так друг в друга противника, хотя пришлось быть под бомбежкой. Двое были ранены. В яких би морях чи океанах або портах не знаходився льотчик Валерій Соловйов, його аеродром та місце проживання на кораблі. Це було важко і фізично, і психологічно, адже перші виїзди на бойову службу тривали від 8 до 12 місяців. В отриві від сім'ї, берега, звичних условий, корабль, понимаете, это постоянно работающие двигатели, постоянные сигналы, тревоги, а там все подается сигналами, громкоговорящей связью. И вся эта связь в каютах находится летного состава. Летный состав и офицеры корабля жили в каютах. Летные экипажи по 2 человека, техники 4-6 человек. Військові розважалися на кораблях, як могли. Втім, це все одно було важко, враховуючи необхідність постійного перебування у некомфортних умовах. Просматривались кінофільми, показували, художественною самодіяльністю, розвлікалися, фізкультурою займалися, вплоть до того, що грали в волейбол і футбол на палубі корабля, коли корабль на стопі. Що ще на кораблі? Ну, жарко дуже. Допустим, февраль місяць. Средиземное море 25-30 градусов, берега Египта где-то, Алжира. Очень жарко. В каютах кондиционеры работают, воздух обедненный. И, в общем-то, иногда даже мокрые. Просто тело полностью мокрое. Дальше что? Палуба горячая. Нам выдавали специальные тропические тапочки с дырками такие. Форму одежды, безрукавку голубую, пилотку и... У офицеров были брюки голубые. Потом мы себе там где-то добывали шорты. Нам не запрещалось ходить в шортах. Матросы все в шортах ходили. Есть обеденный перерыв на корабле «Адмиральский час». Там час как минимум все спят. Нам положено перед ночными полетами 2 часа спать обязательно. А мы спали по 2,5-3 часа. Когда корабль на стопе и тепло, разрешаются, объявляют по громкой связи. Такой-то боевой части загорать там-то, такой-то боевой части там-то, летному составу на своем аэродроме, на палубе. Вот. Ну что, просто так не ляжешь. Одеяло в 4, простынь 4 на него, подушка и лежишь. На палубе работает соленый душ, вода соленая настолько, что вот в
Средиземном море. Это морская вода? Морская, да. Пресная вода на корабле дефицит. Тушь работает постоянно, постоянно. Пожалуйста, сколько хочешь у него. На некоторых кораблях делали небольшие бассейны. На некоторых, мне не повезло, но некоторые ребята наши купались в Средиземном море, сетку около борта, чтобы акулы туда не могли проникнуть, и рядом купались. Строки служби на кораблях значно зменшились, коли з багатомісячного бойового чергування не поверталися люди. Точніше, поверталися, але вже в труні. Некоторые не витримували і вішались, там суїциди різні були. Вот. Льотному составу побыстрее, 3 місяці і заміна. Вот. Я участвував в одній замін, значить, круїзний корабль «Енисей» с коврами, с коридорными девушками, которые там душевая работают. Вот. Кормили нас, объявляли группе, такое-то кушают в большом ресторане, в малом ресторане. В общем, прекрасные условия. Мы туда эскадрилья садилась, в Севастополе, допустим, или в Североморске. И порядка 150-180 человек переходили в Средиземное море. Вот. Там пересаживались на корабль, эскадрилья, та, которая отбыла боевую службу, на этот корабль и уходили домой. Вот. Вот так была замена. Морякам тоже попозже начали, ограничили, и тоже 3 месяца. Валерій Соловйов був в багатьох країнах, і враження від кожної різні. Деякі вражали різнобарв'ям на прилавках, деякі навпаки суцільною бідністю. Єгипет, він і зараз такий, немножечко як-то бідноватий. Выходили, вот сейчас у нас, вот в Николаеве, везде, первые этажи, они все, значит, магазины, ларьки. Вот в то время там так было, а у нас такого и в помине не было. Заходили в магазины, колбасы, ее там море, так же, как и у нас сейчас ее выбирают, сыров там, вот золото заходишь и глаза. Я вот купил супруге кулончик, там цепочку золотую, мы когда заходили, нам давали валютой. Того государства, куда заходим, сережки там, ну много там покупали мелочи, жвачки чемоданами, которые у нас не было в свое время. Вот, а причем там жвачка различная, раз конфетки, сигареты. Я зашел на берег первый раз в Египте, как раз вот сегодня было, вот дайте жвачку, сигарету. Мне дают сигареты с фильтром. Я говорю, не то, то само, то само. Вот, на экскурсию ездили, в Каир, пирамиды посмотрели, так по городу, ну, а в основном, значит, ходили больше пешком. Попозже нас туда автобус выделяло то государство и от корабля привозило по городу с экскурсиями. А когда сами выходили, выходили только пятерками. А почему? Чтобы следили друг за другом. И, как правило, в этой одной пятерке, вот, значит, находился такой, что какой-то особый человек, которого мы знали и не знали, помощник особого отдела. А ще він бував на Кубі. Так, за багато років після Карибської кризи, але військові консультанти з колишнього СРСР там були у повазі. Фідель так к нам относился, что вплоть до того, что девушек предлагал. Но советскому офицеру нельзя. Вот. Ой, а скажите, а советские офицеры прислушивались все? Конечно, конечно, там же тебя заложат. Заложат сразу. Вот. Поэтому это не девушка недоступная, роскошь была. Вот. Что нам? Каждый день подходили КАМАЗы, привозили фрукты. Бананы, киви. Ну, столько раз, там в книге есть фотографии наши летчики. Прием у Фиделя Кастро был. Вот. Перед уходом оттуда подъехали 3 КАМАЗа, груженные ромом кубинским и сигаретами. Вот. Фидель предложил на корабле совещание. Как? Нельзя же на корабль спиртные напитки? Хотя у нас спирта было не ограничено. И наши командиры, и у моряков тоже, наши командиры, когда был у нас день помывки в бане, они выделяли много, 0,5 литра спирта на 2 человека. Вот. Ну, у меня лично экипаж там, если выпил грамм по 100, вот, а остальное ребята, отдай, возьми, стоит жалко, что. Вот. А это офицеру каждому по 3 бутылки рома разной выдержки и по блоку сигар кубинских.
Ну, посовещались, решили взять. Офицерам сразу отдали на корабле, что хочешь делать, а матросам при увольнении. Спогадів та вражень від служби у Валерія Соловйова зібралось чимало. Останні роки перед виходом на пенсію він займався, так би мовити, тренерською роботою у 33-му центрі бойової підготовки авіаційних фахівців. Я в Ніколаєві, в 33-му центрі бойового управління переучення льотного составу авіації ВМФ, руководив наукою. А наука – це інститут, воєнний інститут, який писав учебники, писав різні інструкції для нових типів літальних апаратів. От там це пішло. А взагалі мисль у мене була раніше збирати матеріал. А тут, коли я вже відслужив в 97-му році, ну і спробував писати. Перша моя книга була от ця «Корабельні вертольотчики». Вийшло. Во-первых, багато було в своїй голові. Тоді інтернету ще не було. Збирав, общаясь, їздив по разным флотам, вот, с друзьями общался, они высылали почту. А когда интернет появился, тут вообще проблем нет. Пишешь одну книгу, допустим, года 3-4, набирается материал постепенно на другую книгу. Всі видання по 800 сторінок, в кожній до 1000 фото, а ще розповіді про цікавих людей, фахівців своєї справи. Людей тих далеких лет уже, їх імена, історія, вообще-то, осветила лишь на миг или вообще забыла в своей круговерти. А эти мужи, в общем, можно сказать, что вечные истории, монументы. Вот. А написаны для чего книги? Ну, во-первых, годы уходят. Уходят из жизни ветераны. И многое забывается. Вот. Через 10-15 лет и моего поколения, наверное, уже мало кто останется. Вот чтобы это не забылось, написаны все книги. Ну, еще книги написаны для того, чтобы рассказать молодежи о жизни, деятельности морской авиации –